Так, еще мы нарисуем, наверное. Сюда я нарисую еще дорогу. И получится странная улица после дождя. Это странная улица после дождя. Почему она странная? Потому что здесь есть памятник воздушному шарику. Итак, перейдем к последним новостям. Что у нас случилось? Катерина ушла. Ей нужно сделать волосы, покрасить, реснички. Мальчики ушли собирать подписи, чтобы Ксю вернулась. Я осталась одна. И я решила порисовать. В доме очень холодно. По-прежнему нами никто не играет. Привет. Что бы мне хотелось вам сказать? Мне бы хотелось вам передать большой привет и спросить, почему вы нами не играете. Скоро я нарисую эту улицу и оставлю ее где-нибудь на шкафу. Если у вас есть какие-то прикольные идеи, чем можно позаниматься, когда ты дома остался один, то пишите. Вот. Еще мы совсем недавно смотрели фильм. Фильм назывался «Куда приводят мечты» с Робином Уильямсом. Ирина Петрова прислала нам этот фильм, и большое ей за это спасибо. Фильм очень здоровский, если вы его не смотрели, то обязательно смотрите. Наконец-то вернулись ребята. Фух. Кого нету? Да, ой, что-то я... Вась Васич! Да нормально. Ой! Ой, как говорит Катя. Короче, всем привет! Вот мы и вернулись. Кого Ну не что, видели? как Да. сходили? Привет, хорошо. Это я 100 рублей нашел в маршрутке и купил Да Байкал. ты Прикинь. Да, это правда. что? Это же Байкал. Да. Вот, а еще смотри, нам пацаны елку подарили. Ничего себе, у нас теперь Маленькие еще и веточки. елка есть. Маленькая, да. И вообще-то тут внизу очень холодно. Холодно. Да, здесь прохладно. Я вот даже кофту снимать не буду. Так, а Ребят, елочку мы... Да, рассказывай, хотела что... я спросить, Давай. что вы узнали нового сегодня? Нового. Ох, ну мы узнали много нового. Да, было очень интересно. Покажите подписи. Они у нас где? Подписи. У нас же... Да, на самом деле речь не в подписях, а речь в том, что мы сегодня офигенно ходили, с людьми общались. Да. Люди нас поддерживали. Да. Вот. А в Москве красиво. Ну как Вы в в окраине? Москву ездили? В окраине. В Котельниках, да? Да, О, да. ничего себе. Да, вот. Прикольно. Ну да, и А там... покажите, сколько подписей. Вот. Ну, у вас Пойдемте. бумажка есть? Нет. Мы с собой камеру брали, GoPro, которая в печь А. пришла, и мы на нее снимали. А ты сейчас спроси, где камера? А где камера? Вот. А где камера, Лия? Ну-ка, спроси у нее, где камера, Ты ее в пожалуйста. печь обратно положил. Да? Только что, да, и не заметил. Да. Вот, мы подписи собирали на камеру, дорогая Лия. Ясненько. А флажок потерялся, его А ветром палка сдуло, да? вернулась, да, флажок отпал, знаешь, почему? Потому Хорошо, что... что вы палку обратно принесли, я бы Да. расстроилась. Я Там из-за с палкой отдельная тебя и история нес была, на обратно. самом Я ее деле. хотел выбросить с момента, я подумал, Ли ее крутит, если я выброшу. Я серьезно так подумал, прикинь. А что правда с ней таскаться? Я думаю, ну ладно, это же Лина, как можно? Братан, я бы расстроилась Ну без да. палки. А флажок ты лучше сделаешь, он Ну, такой временный конечно. был. Ну да. Да. Это я торопилась, чтобы вы успели с флажком. Да. Спасибо тебе, кстати, Он хотя огромное. бы до Котельников доехал? Да, он с нами ездил, знаешь, как Он даже активно. засветился. Да, мы его Да вы засветили в камеру. Конечно. Да. Ничего Никто себе. просто На не знает, самом что этот деле, у флажок нас... Лия сделала. Кстати, Лия сделала этот флажок. Вась, прости, что перебиваю. Вот, но день офигенный был, на самом деле, вообще. Да, Реально. было весело, потому что мы еще и веселились, ну, как-то пытались это делать с юморком. Да.
С юморком. Да, получилось прикольно. Ясненько. А я решила нарисовать картину дождливого дня. Странной улицы, где памятник воздушному шарику. Покажи. А, у нас Лия решила нарисовать дождливый день. Не солнечное утро, не радугу после дождя, а дождливый день. Ну да, дождливый день, видимо... Это Лина. Настроение было, когда нас не было, ей было скучновато. Да. А, давай расскажем нашим смотрителям, что было еще. Знаете, мы поняли, что неважно, сколько ты денег отдаешь, но елку надо уметь выбирать. Потому что елки разные. Реально разные. Про это у нас... Тоже есть для вас всякие разные штуки. Завтра вы все увидите на самом деле, да, про елки. Да, или сегодня. Ну или сегодня, я непонятно. Не знаю точно. А короче, когда с каждым разом мы понимаем, вот сегодня мы на самом деле, у нас была первая такая миссия. Мы все обдумывали, все делали. Сначала было опять страшновато без девчонок. В момент я даже... А на самом деле было, историю расскажу так. Юрий такой, да давай, все, короче, сейчас это... Я говорю, давай возвращаемся назад, чтобы... Все, давай, конечно, не вопросы. Юрий такой подходит. Ребята, ребят. И идут, значит, вы люди. Вы забыли вынести ведро вот это. Да, мы вынесем. И выходят, значит, люди, и Юрий такой, блин. Такой, к одному видит, что вроде мимо проходит, вообще не смотрит. Такой подходит, блин. Васич, как без девчонок страшно. Я говорю, да что ты страшишься, я с тобой, я тебя подержу по-любому. И тут первый пошел, потом второй, потом мы вошли так в кураж. Да, мы знакомились с людьми, говорили им об играх реальности. Вот, ну сами увидите, в общем, да? Да, да. Это... Ну, да, для нас было там очень на самом интересно. Деле еще есть очень много такого прикольного. А еще Ирина Петрова. Вася хотел сказать спасибо за фильм, который вы посоветовали посмотреть. А, да, кстати, мы сделали общий обзор этого фильма «Куда приводят мечты». И сначала там посмотрел, Вась Васич для меня, подожди, Вась Васич для меня сделал интересное открытие. Он сказал такую вещь. Я этот фильм видел пятый раз, вот, но он для меня сказал вещь. А Алия третья. Он для меня сказал вещь, которую я вот не думал о ней. Ну, вообще никогда, когда смотрел этот фильм. Вот. Если интересно, посмотрите обзор, там Вася говорит, там лучше. Вот, и я что-то говорил, и... А давайте посмотрим, что сегодня нарисовала Лия. Она... Ух ты! Чего там? Я специально не смотрел. Я еще не дорисовала. А, прикольно на самом деле, смотри. Я еще не дорисовала. Это черныш? Это, нет, это просто... памятник воздушному шарику. Просто я думаю, когда-нибудь будет улица, где будет такой памятник. Смотри, как она нарисовала столбы. Я Слушай, еще их не дорисовала. Знаешь что? Это гениально, я тебе скажу. Если все вместе мы соберемся и создадим задание, чтобы сделали памятник воздушному шарику... Давай мы ближе покажем. Я покажу рисунок нашим смотрителям. Он еще не доделанный. Вот, обратите внимание, если вам видно, я ну, могу назад чуть будет сделать. Будет памятник воздушному шарику. Ну да. Клево же будет. А знаете, что будет еще круче? Ребята, это же будет прикольно. А что если мы попробуем продать этот рисунок вот нашим смотрителям, кто, допустим, ну, по аукциону возьмет, да, и эти деньги все отдать в фонд для наших нужд? Особенно для той нужды, где... Ну, именно когда мы собираем эти 3000 тир. Где нет, дед, мне, помнишь, нужны, мне нравится, что вы собираете... Нужна поддержка наших спектаклей. Деньги вот эту картину. Еще не дорисованный вот эту рисунок. Картину. Тык, смотри. Вот такая картина. Лия, скажи что-нибудь. Начинай говорить. Я не понимаю, почему вы собираете деньги за еще не дорисованную картину. Она же ты отстой. Ее дорисуй. А, ты говоришь, что она отстой? А мы говорим, что она очень хорошая. Нет, мне нравится эта она картина. Она не дорисована, поэтому явно. Пока что она еще отстой. А, ну мы как бы должны что сделать сейчас? Я не знаю, давайте потанцуем. Давай будем считать твою картину отстоем. Я сегодня ехал, и знаете, что думал? Мы ехали, Ксю спасали, и думаю, вот традицию что-то рисовать на листочках придумала Ксюшка. Да. Мы сегодня все рисовали, все рисуют. Это потому согласен. Что Ксю, мы так абсолютно вот, верно. Эти все рисунки можно выставить вообще в галерею в поддержке Ксю можно сделать. И снять это, кстати. Что вот мы нарисовали, да. Но при этом Лия создает
Ну тоже это гениальная штука. И Ксю, короче, нам без девчонок сегодня даже страшно было. И сейчас вот я убеждаю, что круто, что у нас такие сестры классные. Йоу, дай. Пам-пам-пам. Реально, вот я тут нарисовал тебя, братан, я тебе не показывал. Мы так устали, реально. Смотри, вот это вот твой багаж. А почему похож на Пушкина, Юрец? Погоди. Это Вася Вась нарисовал меня. Написано «Мой брат» здесь. Здесь Юрец. Это моя борода, кудри, гитара. Сочи, Кемерово. Кемерово у меня там бабушка. А где безумный Макс? А что в багаже? А где безумный Макс? О-о-о. А где безумный я Макс? Я очень задаюсь Макс? Этим вопросом. Где он? Не, серьезно, где Макс? Ребят, серьезно, где Макс? Где Максим? Да. Потому что люди как-то у нас, знаешь, фух, и все, и мы целый день ни сном, ни духом. А что, если Макс... Так. Сейчас. Так. Пошел прокачиваться, зашел в компьютерный клуб... Так. И сказал, знаете что? Угу. И что он сказал? Я слушаю тебя внимательно. Знаете что? Так. Это все компы мои, пожалуйста, вы выметайтесь отсюда. С палкой его так на них направил. После... И стал по столам бить потом. Просто подошел вот так к этому, к администратору, сказал, быстро компы мои. Возможно, и такой расклад событий. Я думаю, тогда было бы не очень хорошо с Максимом. Поэтому давай будем думать. Или с ними, Вася Васич, со всеми, кто там есть. Ну... Макс. Нет, я думаю, с Максом все в порядке. Он, наверное... Это точно. Он же зуб лечил. Может, ему нужно... Что? Долечивать зуб? Да. Да. Не знаю. Прикольно. Значит, получается, Катерина уехала. Так. Макс уехал. Все верно. Вы вернулись. Абсолютно точно. И почему бы нам не станцевать об этом песню? Станцевать песню. Прекрасное предложение. Прошу на сцену. Уважаемые смотрители, под ваши аплодисменты сейчас будет у нас танцевать песню Лия, моя сестра. Или как мы ее называем, Лия Корея, наша сестра. Прошу. Сейчас. Да, конечно, танцуй надо песню. Надо настроиться, а то я немножко стесняюсь. Не вопрос. Совсем чуть-чуть. Конечно. Мне бы хотелось бы вам рассказать... Дай, пожалуйста. Стих. Так. О, пам-пам-пам. Там-там-там. Только... Стоп, а танцевать песню, пока мы передумали? Танцевать песню? Ага. Я просто подумала, что мои слоны опаздывают. Их просто 40 штук, и они потеряли одного, и он где-то там за караваном. Слоны? Угу. Ну, я хотела я и мои 40 слонов. А... А слоны настоящие? Угу. Так. Слоны настоящие. У нас может быть зоопарк еще на Новый год, если вы пожелаете. Да, у нас там будет слоновий такой загон. Там у нас будет 40 слонов. Образовали листовки? Да, Ли. Прикольно. Да, это прикольно. Блин, вы такие миленькие вернулись. Почему? Не знаю, такие уставшие, пупяшки, милашки. Да мы еще... Вот, полтора часа. У меня глаз как попал с мешком. Полтора часа надо было ехать на маршрутке. Это жесть. Это было жутко. Это было жутко. Два часа на маршрутке. Было не жутко, мы ехали в маршрутке. Было не жутко, мы ехали в маршрутке. Было не жутко, да жутко было, жутко. В маршрутке. Жутко было, жутко, стоя, стоя, ехали обратно, все аккуратно. У нас в кармане камера и что-то непонятное в руке. Вон еловые ветки, что там на печи. Нас встречали какие-то трюкачи. Они нам эти ветки дали, сказали, и в камеру писать не надо, все им рассказали. Игры реальности, заходи, сохрани свои никнейм, логин, потом проходи дальше, а нажимай задание, рейтинги, фальши, накидывай что-то нам. Почему? Короче, вот так. А почему бы не спеть песенку о том, чтобы люди зарегистрировались? Так иди спой, ты хотел песню спеть. И... Нет, я просто предлагаю это мысли вслух, как это чаще всего бывает. Нет, после мысли должно это следовать действие. Это старый долг торгов.
После... Ну, к примеру, смотрите, можно придумать песню о том, чтобы люди приехали к нам на Новый год. Придумай. К примеру... Да, напиши песню. Вот, серьезно. Мы все вместе собрались. Серьезно, напиши. Просто напиши песню. Песню. Лия сейчас говорит о песне на Новый год, и она попробует сочинить песню, которую мы попробуем еще обыграть. Если сотворчество случится, значит, мы вот стали прям семейными. Да, это будет круто на самом деле. Я бы послушал. Катюха же тоже сочинила песню, да, про тебя. Да, про тебя. Вот, я про тебя сочинил песню. Ты сочини песню про Новый год. Все, как-то мысли слух у тебя закончились, сестренка. Я смотрю. Мы поймали сестренку, и теперь мы знаем, как... Вот эта пауза была, как, прямо, как, знаешь, шоколадная. Как тащить сестренку вперед. Все, мы просекли. Илья! Пусть Вась Васич споет песню «Каска плакала». Ой-ой-ой, помоги мне, пожалуйста. Ну ты же знаешь, что... Давайте, тащите меня вперед. Да, подожди сейчас. Ты теперь тащи нас вперед. Да. Ирина. Пусть Вась Васич споет песню «Каска плакала» от Ирины Петровой. Иринушка Петрова, на самом деле, спасибо тебе за это задание, потому что, если честно, признаюсь, мне нравится эта песня. Вот реально, мне нравится, она такая... Вот ты мне помоги, пожалуйста. А я с удовольствием спою эту песню. Плакала и все. Да. Фиалка расцвела. Зачем? Ну, давай. Сейчас же песня была. Свет. Итак, нам надо исполнить песню. Что мы имеем вокруг, Вась Вася? Давай из всего, что есть, сделаем что-то. Смотри. Ну, музыку, во-первых, надо. Музыка. Так, поехали. Ирина Петрова, я сейчас с удовольствием сделаю это задание. Собрались. Лия, круги палку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. И буду цела. За реку брас не складу, сыну я горя, мости горят. Ну давай. Спасибо. Смотри, мне нужно, значит. Песню надо спеть. Да. Да. Ого. Ретуюсь вид слов твоих, буду цела. За реку брас не складу, сыну я горя, мости горят, и слез моря. Та знай, це гре моя, мені слів більші діла. Врятую від стріл твоїх, хоч би тіло. Врятую від стріл твоїх, хоч би тіло. Загнав підіт, не знайду душу я болять. Ой, як болять, і кров кипить. Та донька вже не спить, менше слів, більше діла. Поплакала і знов фіалка розцвіла. Засяє в день та лін, мені знакоміє. І мама молода, і закохана була. Господи, як я пою ужасно. На кухні всі однаково плакали. Лия, ты бы спела эту песню хорошо. А может быть, ты еще сама споешь ее своим голосом? На самом деле это будет красиво, ты же ее знаешь. А ты можешь подыграть? Там правильно мелодию играл? Не, братан, я играл свои аккорды. Спасибо, братан. Воу-воу-воу. Ирина Петрова, я надеюсь, тебе очень понравилось, как мы сейчас в тандеме спели песню «Плакала». Тебе понравилось это задание. Добро, бро. Твори добро, бро. Ты можешь проголосовать, там, поднять рейтинг, написать «отлично». А сколько дней осталось до Нового года, Вась Васич? Что? Сколько дней осталось до Нового года? До Нового года осталось где-то 9 дней. Mm-hmm. Да. Это значит, что... Мы почти готовы, у нас даже есть елка. Ну, в идеале нам бы, конечно, елку... На самом деле... Нам поставили... Макстончика не хватает. А куда мы можем поставить елку? Вот если у нас будет елка, куда мы сможем ее поставить? Мы ее сможем поставить сюда. Да, подожди... Знаете, Чито. Вот так вот. Нету, реально, да? Нету. Да, где он?
Никто не заряжается, да? Никто не заряжается, да. Давайте решим, что делать с тем, что у нас тут очень холодно. Ну, что с этим решить? Давай решим что-нибудь. Давайте уже что-то делать. Васич. Да вот сейчас мы, что мы можем сделать, если у нас тут очень холодно? Либо привыкнуть, либо ходить в одеяле пока, на данный момент. Да? Ну да. В одеяле ходите, что мы делать будем? Каковы наши творческие потенциалы, когда мы будем в идеале ходить? Мы можем поиграть в средние века, например. Давай поиграем. Это как? Давайте поиграем в Activity. Помнишь, мы хотели в этих супергероев поиграть? Или... Сегодня? Только каким образом? Давай. Давайте позовем Давай Ману и поиграем выбираем, в Activity. Выбираем себе супергероев и общаемся как супергерои сейчас. Я буду человек... Я буду Халк. Ты будешь Халк? Да. Ладно. Я тогда буду... Слушай, я буду тогда Иранмен. Конечно, она будет Иранмен. А может быть, ты будешь Иракмен? Иран ты хотел сказать? Она сказала... Иранмен. 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 То есть она хочет жить в Эмиратах. Ну, там неплохо. Да. Кстати, вполне там сносно, я тебе скажу. Очень даже. Подождите, стоп, а вы не хотите жить в Эмиратах? Нет, я не хочу. Почему? А что ты хочешь? Что ты делаешь? Вася, это весело. Да. Ты чё, зачем? Пугаешь меня этой линейкой. Ну что я сделал-то этой линейкой? Это просто... Мы, к примеру, можем открыть бизнес. Так. По производству красных трусов. Ого. У тебя на заводе Милана будет работать? Да. А кто еще? Возьми, пожалуйста, у нас собеседование, все, поехали. Ну, мы хотим снимать красные трусы. О, ребята, вы будете эти модели. Это будет такое мужское белье, и будут такие показы, типа Victoria's Secrets, только Милана Secrets показы, и вы будете как модели ходить. Ну, видели когда-нибудь показ Victoria's Secrets? Там такие девушки у них, такие крылышки. Да? Да. Не видели? Нет. Да, я видел. Да? Да. Я не видел. А я видел. А ты можешь пройтись вот так, и чтоб палка не упала? Прямо сейчас. Так, попробуй, если упадет, только идти надо. Я солдат, недоношенный ребенок, я солдат. Слушай, ты можешь наиграть? Я иду, вот. Какой ты? Ты по воздуху идешь. Ты нормально, иди. Да нет. Да ёшкин кот. Да ё-моё. Почему? Я солдат, недоношенный ребенок. Желаешь, да, чтобы я не нашел? Нет. Это экстремальное условие. Такой чики сразу кувырком. Ну ветер тогда бы создал. Я не подумал. Я думал, вулкан пустить на тебя. Да, 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 конечно, Вась Васич. Скажите мне, какого романа? Трусы красные шить и петь. Да. А что, если все дойдет до того, что мы будем в красных трусах петь? Вам кажется, что это будет что-то не так? Или этого недостаточно? Я не уверен, что пошивка красных трусов входит в наши приоритеты. Я просто предлагала. Ну, полет мысли. Не самая лучшая идея, да? Интересно, а как Виктория дошла до своего белья? Давайте поиграем в крокодила хотя бы. Да. Отличная идея. К примеру, давайте. Прекрасная идея. Смотрите. Так. Знаешь, что? Что ты хотел сказать, Лиза? Кто будет первый показывать? Давайте будет первый показывать Вась Васич. Да, давайте. А я тебе слово скажу. Да, конечно. Давай. Нет, Вась Васич сам придумает слово. Я сам придумал слово. У нас мало. Пойдем. Ну, давай. Куда мы пойдем с тобой? Ну, ты идешь, а я сажусь. Пойдем, говорю. Интересно. Но она хотела, типа, сделать вид, что ты с ней пойдешь, прогуляешься, она тебя обманет, сядь, сама сядет, а ты уйдешь. Ой-ой-ой, Илья. Есть настоящий, можно просто попросить человека.
Васич, ты зачем по аномальной зоне? Ну так интереснее будешь? Же, если просто попросить. Ну смотри, я бы сказала, Вась, встань, я сяду. Да, знаешь, хочется длинный локоть, который дотянется вот до твоей щеки. Значит, знаешь, Вась, так, ты давайте, хочешь давайте, быть давайте, человеком резины из фантастической четверки. Это медведь. Подожди. Это панда. Он садится. Это грибочек. Это Халк. Да. Все, угадал, теперь, я, теперь ты показываешь свое слово. Так, теперь я. Значит... А муравей? Президент. Поехали. Одно слово. Да, молодцы. Одно слово. Курточка. Гитара. Музыкант. Гитара. Дерево. Я люблю гитару. Любовь. Музыка. Любовь к музыке, любовь к гитаре, любовь к... Первое нет. Слово «любовь». Подожди, одно слово же было. Любовь к гитаре, любовь к музыке, любовь смотреть, глядеть в глаза, молчать, заткнись, смотри. Я смотрю на тебя, и что? Любовь. Я молчу. Любовь. Смотри, заткнись. Спасибо. Он по-другому попытается. Гитара. Только молчите. Вот так. Упс, простите. Что же это может быть? Любит дерево. Он любит все деревянное. Нет. Кислород. Я? Лодка. Я прошу. Ну и в ковчег. Я счастлив. Нет, это... А вот ты это женат. Не... Бракосочетание. Корабль любви. Дерево. Господи, так, женат. Любить семейный свой... очаг. Нет, одно слово. Это... Однолюб. Нет. Вот почти. Рядом не с однолюбом. А подумай-ка. Деревофил. Так, так, внимательно, вспоминай. Одно слово. Но не... Однолюб похоже. Однолюб похоже, но помолчи. Моногамия. Моногамный. Моноспектакль? Моногамия. Нет. Моно. Гамия. Полигамия. Вот, полигамия. Полигамия. Жесть. Полигамный. Жесть, Кать, какой. Прикольно. Привет. Привет, что делаете? Мы играем в крокодила. Иди сюда, Лия. Теперь я тебе задаю. Да. Блин. Хочешь с нами? Это веселая игра на самом деле. Да, да. Она сейчас очень я интересная. Буду... Давай, говори. Сейчас. Полигамный. А что нужно делать? Тебе понравилось слово? Да, оно очень-очень сложное. Да нет, не очень. Это рисунок Лии. Красиво. Да. Грустно, но красиво. Дождливый день. Угу. Окей. Ты должна угадывать, сейчас она будет показывать. Да. А ты угадывай слово. Обязательно садись, нужен стул. Ладно, садись. Он мне не Я нужен. Сейчас принесу там еще один. Подожди, Лия, не начинай, стопэ. Отвлекающий маневр, ребят. А так вот же стул. А что, Лия, не начинай? Ты же слово загадал, ты знаешь, что за слово. Да. Поэтому я начну. Конечно. В общем... Одно слово. Угу. Ты когда показываешь пальчиком, говоришь одно слово. Угу. Ну, я поняла принцип, да. Ну, что ж ты будешь делать сейчас, секунду. Так. Погнали те. Погнали те, погнали. Я показываю, да? Да, показываю. Спасибо. Ты играешь на гитаре, ты панкушница. Ты рокерша. О, сделайте мне... А, нет, не панкушница. Ты грустяшка. Это какая-то из субкультур. Ты эмо. Ты не эмо, ты... Субкультура. Все. Да. Прошу прощения. Алынина-метарцвераза. Не смешно. Я даже не знаю, что это. А я что-то слышу уже. Чего он так громко слышит? Тараса, что-то ты кидай, Тарас. Не, сейчас не слышал я, да? Не слышно, да? Не слышно. Давай еще раз попробуем услышать. Лия, давай-ка еще что-то. Ну что ты там загадываешь? Ну реально, ты же понимаешь, что я... Милана,
Это мне сложно будет. Лин слова говорить. Она быстро может показать. Опа, со страхом. Да, думаю, блин, как это показать. Я так. Просто думаю, это... Сейчас настоящее было достаточно, да, в этой оценке? Лекарство это или это музыкальный инструмент? Тебе полузагадка. Ладно, другое слово. Атомфорте бивает микро в горле. Ты в теме помни. Тантум верта форте. Тантум верта форте. Почему ты в пальто? Не знаю. Я как пришел, не разделся. Ясно. Ты полагаешь, что необходимо это? Нет, если тебе не жарко. То нет, не жарко. Тут холодновато, значит. Ну, ребята, приготовьтесь к долгой беседе со мной. Окей. Тебе говорить нельзя. Да. Не совсем беседа. Общение. Так. Одно слово. Ты, Милана. Ты одета. Нет, она Милана. Образ. Ну да, хорошо, Милана. Я Милан, блядь. Я девушка. Я девушка. Нет, не, не. Ты выходишь из себя? Милана. Она оставила что-то. Не, рисовать нельзя. Ты, Милана, вышла из тела Миланы? Серьезно? Дух? Ты привидение? Душа? Да нет, что вы несете? Так, тапочки. Второй тапочек. Второй тапочек. Хлоп. Два тапочка. А у этого тапочка нет тапочка. Второго. Три тапочка. Тапочек. Сука, тапочек. И тапочек. Тапочек звенит. И второй, но не звенит. Здороваются тапочки. Тапочки здороваются и целуются, что ли? Люди здороваются. Во, тапочки встреча. Встреча. Причем третий это три тапа. Он ревнует. Он любовник. Ой, вы знаете, так прикольно, когда ты знаешь слово, так прикольно. Нет, нет. Смотря что у них, что они мутят там. Так. Тапочек, тапочек, тапочек. Идет, идет, идет. Второй тапочек. О, привет. Привет. Да, тихо. Я твою историю слышу. А я хочу понять. О, Максим, здорово! Макс. Привет, Макс. Привет, пойдем с нами играть. Раздевайся будем. Вставай, давай, вставай, а ты где? Вставай. Ну ладно, расскажи. Гуляют, что ли? Макс, разуйся, пожалуйста. Они ах, ты снежный Макс, человек. Разуйся, да, у них свидание. Правильно, свидание. Но свидание слепую. А, они встретились где-то в социальной сети. Все уже, господи. Они встретились в социальной сети, не видели друг друга или друг друга не знают. А безответная любовь. А потерянная... Да забудь ты уже, главное говорить. Сейчас я все забудь. Сделаю. Так, печка. А, да, мы елку принесли. Да, я вижу, да, классно. Мы сейчас не даем. Так, что сделать-то? Так, а у нас здесь марафон, а челночный бег. Итак, рисовать тоже нельзя. Да пусть можно, да можно, пусть пускай рисуют. Нет, я не буду рисовать, успокойся. Я сейчас просто все сделал. Что там загадала? Какое-то слово понтует сидит. Сейчас мы тебя. Ты слышишь, что ты был бы. Сейчас я чувствую. Так, листок. Что там Лия загадала? Листок гуляет. Второй листок. О, привет, листки. Они подходят друг к другу, обнимаются и танцуют. Но между ними... А, ребенок! Так, тихо, спокойно. Уходит. Правильно, ребенок. В ту сторону, она говорит. Да. Так. Сын, дочь. Нет. Подожди, стоп, не спеши. Сын, дочь, внук, нет. Спокойно. Жесть. Хорошо. Забыли. Закрепили. Положили сюда. Ага. Семья. Да ебаный в рот. Да че ты материшься? Ты офигел, Вася. Много родственников. У нас 12. А, ребенок. Открывает. Не, братан. Подожди, происходит? Знаешь что? Это слово социальное, духовное. Чем оно? На кинопах? Крутится, крутится. Жизненная практика какая-то. С кем тебе, милая, дерево, дружица, материал. С кем ходишь, мягко, ты домой. Тактильная.
Что? Я вообще не понимаю. Попробуй по-другому. Подожди, пойти. Подожди, ребенок есть. Что это семья и ребенок. Все, забыли, окей. Если вы догадались, что это за слово, пишите в чат. Листки. Время. Много листков. Если вы оказались... Листовки. Сообразительнее. То тогда. Что ты делаешь? Бросаешь листки. Пишите. Бросаешь что листки. Это за слово? Пишите, это что это за слово. Надо понять действие и понять, что это такое. Ну, бросаешь ты, да, вот так? Нет. Их много листков. Множество листьев. Нет, множество... а ты дальше-то непонятно, какую мысль хочешь. Ты хочешь, чтобы мы... Папка! Это не папка? Пенал? Господи, не папка, а... Как же это... Сверток? Нет, не сверток. Папира. Бумага. Если вы догадались, что это за слово, пишите к нам в чат. Деньги. День, короче, я ходил, извиняюсь. Я там у чувак узнал день, короче, да? Да. У него ногти сечки, короче. Я серьезно говорю. Да? Вот он говорит, билет еще будет, он купит, короче, да, там что-то ногти не подарит. Да? Естественно. Какое? А? Какое? Я сказал, билеты есть или я здесь. Макс за какое-то задание заработал ноутбук. Что он делает? Деньги. Бумага. Аккуратнее, там же рисунок не дорисован. Она сейчас ударит что нас может. Что это такое, ты говоришь? Реально, она сейчас всё, ударит. Что такое все? Материал. Бумага. Материал. Их много, много. Много. Количество. Много. Резинка. Баксы. А пачка! Господи. Пачка. Так. Офигеть. Пачка. Если вы догадались, что это за слово, пишите к нам в чат. Мы с вами всегда хотим поиграть. Парочка. Как это вообще правильно говорится? Угу. Пачка. Беременность. Закладка. Беременность ребенка. Пачка. 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 И беременность. Рождение. Пачкование. Пачкарин. Все, угадал же слово. Да. Пачкование. Пачкование. Умножение, пачкование. Я не знала, как показать. Это я угадал. Давай слово мне. Там-там-д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 ам
Первое слово я загадала ланинами на трансфераза. Это мое любимое слово. То есть ты считаешь, что это вот такое вот гениальное сейчас? Итак, друзья, я сейчас буду показывать слово. Я буду рад, если моя семья... Макс, ты тоже будешь угадывать слово, да? Давай. Давай. Так, ладно, вот. Помолчите. Смотрите, помолчите. Спасибо. Оригато, говорит. Угу. Угу. Твои глаза видят что-то. Попочка, полочка, шкафчик, дерево, сеть, схема, компьютер, интернет, принтер, 3D-принтер, микровселенная, микрокосм. Ты играешь во что-то? Микрокосм. Это видение. Ну, не видение, а сон. Инсайт? Нет. Видение. Это... Дежавю. Показалось, что ли? В очках есть? А, ты видишь, да, виртуальная что-то 3D. Виртуальная реальность? Что такое? Не 3D. Не виртуальная реальность. Так. Ты в очках видишь все вот так вот? А снимаешь очки, нету. Назад все у нас. Ты отмотал время назад. Что ты потерял? Розовые очки. Нет, ну не розовые очки, а что-то другое. Когда-то, когда писали... Версии. Будут. Это там меня? Будущего. Машина будущего. Я уже угадала. Так, стоп. Вернись. Вспомни, про что говорил. Не, не ты. Все забудь. Отмотай, перелистни книгу обратно. Отмотайте.
Вот был чувак, который видел... Вот нету чувака. Помолчи. Ты снял скафандр? Нет, с одежды, чтобы воду почувствовать. Все, моется. Купается. Моется. Водоем. А, море. Мираж. Нет, ты же этот. Мираж. Ну, не мираж, а... Волангист. Как это? Не мираж сейчас. Мираж. Да что ты записывал, я не понимаю. Астроном. Нет. Так, вас двое. Так. А ты слушаешь, так, а потом записываешь. Психолог. Мираж психолог. Психологический психолог. Психиатр. Психолог. О, ответ, вот он. Не психолог, а кто? Нет, я просто поняла, как он хотел зайти. Давай, одно слово. Мираж. Но похоже на мираж. Мир. Одинаковые, в смысле, синонимы. Мираж и... мысли, мираж. Галлюцинация. Да ёшки. Мигрень. Глюки. Галлюцинация. Мигрень. Да все, забыли, забыли. Господи, да что ж такое? Мечта. Мир. Иллюзия какая-то. Господи. Ёлки-палки. Да Милана, ну как так-то? Иллюзия. А ты-то знала уже, Зара, я понял, ты как бы просто не хотела говорить. Дала возможность. Да, отличное решение. Еще бываешь? Сейчас он там задаст ей слово. Ты пошла даже готовить? Ну да, сейчас возьмет мячики. Будет жалко. Тебе наверху я бы взял. За это я очки кручу, видишь? Молодец. Вы чего в шапке в помещении? Холодно здесь, знаешь, Милан. Холодновато как. Нет, ну мы только зашли, кстати. Дай, пожалуйста, Максон. Сейчас, Майкл. Так. Милана, не спите, пожалуйста, этого великолепного напитка. Он сладенький? Он сладенький. Прекрасный вкус, правда? Газированный такой. О, прикольно. Да так. Личка, а ты можешь по моей курточке не прыгать? Ну, если это возможно. А он будет тебе безумно благодарен. Да, премного. Чупа-чупс пытается открыть, да, и интригу задает. А может быть, это уже загадка? А, чупа-чупс. Ну нет, не такая простая. Она всего лишь просто чупик хочет. Одно слово, помощник. Человек. Много людей. Толпа. Общество. Личность. Общество. Она сама по себе. Центр Вселенной. Ты выходишь из общества. Ты выходишь. Входишь в общество. Входишь в общество. И ты становишься частью его. Не очень. Ты сторонишься общества. Ты... Ты социопат. Белая ворона. Интроверт. Налаживаешь связи. А коммуникабельность? Не совсем коммуникабельность. Клон здесь какой-то. Что это за слово? Давай. Платье? Я хочу сказать, платье. Что... Круг, квадрат. В своем мире. Замкнутость. Ты замкнут, но все равно идешь в общество. И значит, ты
переменилась, не переменилась, а поменяла, нет, вошла в общество и поменялась. Значит, ты сейчас конформист. Нет. Ого, изменилась она, получается. Да, я помню. Чего это? Она решила пойти по другому пути. Мне кажется, путь сравнения поможет. Я сейчас понял сам. Я же не придумал, я сейчас сам отгадываю, как бы. Вошла, проникла, гибкая. Переменчивая. Ну не переменчивая, а. Нужная какая-то общая. Адаптированная. Адаптация. Да, красавчик. Ху! Ёшкин кошкин. Я чувствовала, что ты близок, где это слово вертелось уже. Жесть. Давай без вот этих киндерменьшинсминькунгденьден. Давай. Пожалуйста. Обычное, нормальное слово. Окраска. Давай для себя, для всех разбирать темы разные. Прикольно. Одно слово? Да. Тебе говорить нельзя вообще. Я понял. Бесконечность? Донат? Игры реальности? Работа? Приносит деньги? Должно приносить деньги? Где? Бабки мы откладываем куда? Тиркоины? А? Тиркоины? Тиры? Тир. Так, это... Ранозавр. Территория? Тиранозавр? Тир? Тир? Появляются... Ты герой, что ли? Слова соединить, оно длиннее. Тир. Тир. Первая часть. Первая часть слова. Ну что с тобой? Тир, тир. Чего? Ты понимаешь, интонации хочешь ориентация. Донести. Тир. Так. Валюта? Подожди, рынок, империя. Сейчас, ладно. Сейчас. Треугольник. Территория. Территория, да. Территория. Что ты вот это показывал, писал, когда три этажа? Это что было? Объясни, что это было такое. Компьютеры, экраны. Территориально. Интересно, как ты не звукаешь. Этот командует кто, да? Донат командует. Так. Тир. Да. Первая часть слова. Да? Тир-тир. Вы серьезно? Реально? Васич, объясни, покажи ситуацию. Не получается у меня, я не понимаю. Вот как? Другой стороны заходи. Не получается, я сейчас пытаюсь конкретно придумать. Слово относится к тирам, к нашим? И содержит тир? Терминология. Статистика, тиристика. Сейчас, хорошо. Сейчас. Пользователь, что ли? Блин, так забавно смотреть, когда он злится. Я понимаю, почему он злится. Не-не-не, тихо, не мешай. Т. Ти. Р. Тир. Тиргоин. Пунктир.
Тиранозавр вылупляется. Да, зачем ты второй раз говоришь тиранозавр? Ну это же бред, ну какой из тира тиранозавр? Ты пишешь, прости, ты пишешь тир, потом я вижу, что-то разрывается, оттуда что-то выходит. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты художник своим. Ты второй раз тиранозавра родил, Вась. И? Что он делает? Вот это что? Вот это вот. Вот это что он делает? Уровни? Я не понимаю. Что-то написано. Это аббревиатура? Да! Аллилуйя, господи! Господи, Вася! Твои игры реальности, ну что непонятно было? А вы тир-тир-тир-тир. И это аббревиатура. Василий, пойдемте за слово не закон. Да. Прикол. Когда вы это узнали? Так. Как-то... Я знаю по-другому там, никак. Давай, слово... Тебе нравится болтать чупа-чупсом во рту? Не знаю, что это. Теперь знаю. А вообще ты... Не грози Южиному Централу, четвертая часть. Так точно понял, что твой партнер понял, о чем ты говоришь? Да. Нет, я вообще просто говорю. Думаю, какие особенности конкретно. Через... Одно слово? Угу. С тире? В слове тире, да? Это слово с какой-то... Когда-нибудь что-нибудь? Гитара. Куда-нибудь, как-нибудь. А, да, молодец. Испанец? Так. Мексиканец. Мексика. Мексика. А, это остров из Мексики? Хуатананеху какой-то. Нет? Нахрен нет! Смотри, ты. Ты мексиканец. Ты не мексиканец. Ты это ты. Милана, Милана. Милана. Ми. М. Угу. Марокко? Да Мексика, блин. А, Мексика. А, все, ты еще мы это... Ну мы поняли, что это Мексика. Реально. Это находится в Мексике. Вот, а как бы вот. Текила, так. Перчик, чили. Угадай, Мексик. Ты мексиканка. Ну да, я мексиканка вообще. Я гуакамоле. Ты Мексик. Самбреро. Мексик. Так, подожди, ты сейчас страну имеешь в виду? Мы не знаем, чего мы ищем. Страна. Материк. Материк, город, пляж. Остров. Фильм. Что? Музыка. Страна. Говорят. Мексиканский. Мексиканский. Мексика. Точка. Максимальная точка. Мексика. Шмексика. Что за... Мексика, Шмексика. Через тире просто, да, вот так. Васич, ты мог такое задать? Мексика, Шмексика. А, блин, я думала, ты задал. Так, Мексика. Мексика. Ракеты. Солнце. Да, максимальный удар. Или как там, где... Максимальный удар. Он нравится в голливудских фильмах. Ты Мексика. Бумага. Ты говорит на бумага. Ты... Мексика это... Ты класть бумага на стол. Разрезать бумагу. Флаг Мексики. И спинать бумагу. Бумажка Мексики. Часть Мексики. Часть Мексики. Прикинь, как если ты аббревиатуру. А, это... Подожди. Я понял, что это материк, что ли? Континент. Часть Мира. Мексики. Неправильно. Граница. А, часть Мексики. Так, это слово, все? А. Это часть Мексики. Фу. Так. Микрорайон. Микрорайон Мексики, Желебино. Не, ну, а гетто. Еще? Мексиканское гетто. Биберито. Не, мне нравится Мексика, Шмексика. Братан, прикольно же. Ну помогите. Давай, Миланочка, мы с тобой. Мы Мексика, Шмексика. Часть Мексики.
часть Мексики, она называется Текила. Часть Мексики. Гуакамоле. Подожди, это остров какой-то. Мост. Город? Скотина, ты что загадал, девочки? А. Город Мексики? Мексиканский Вась-Васич. Город. Это какой-то мексиканский город. Давай, ой, география внутри. Было. Мексиканский давай, город? Да, Мехико. Город. Ма... О, что-то я вижу близко. Один. 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 Сейчас я, подожди. Ты здесь чужой, Макс. Одна буква? М. Эмма. Первая буква М. Марокко, Мексика, Мехико, Монтаж, Монтана, Мандивы, Малибу, Мумбай, Мандрагора. А может быть такое, что они не знают этого? Мандарины. Слушай, если Васич это тот чувак, который из канала «Россия-2», который ведет. Так. Мурманск. Да, отличная. Мараган. Лия, это Мараган. Очень... М. М. Все часть тут... Мексики на М. Я не знаю. Мандарины. А, Монтана. Мумбай? Нет. Они издеваются. Монтана? Матильда? Мы к этому вернемся. А. Так. Часть Мексики. Ой. Так. Она сейчас... Это фата фармис кофас, а герегес ла мехор. Харарива, харарива, тарарита, портвабор. Италия. А пофиг. Кто бандера там? Гольф? Пас. Футбол? Кёрлинг. Команда, что ли, мексиканская? Салочки. Чё? Палочки. Игра. Мексиканская игра. Пиньята. Шарики. Боулинг. Игра, где надо что-то кинуть, мячик, а потом показать страшную... Я типа чертенок, Люцифер. Нет. Нет? Почти угадала, видишь? Васич, почему ты на меня сейчас посмотрел? Метатель. Да, хорошо. А кто загадал слово? Хорошо. Мексика. Вернемся к части Мексики на букву М. Первая буква М. Вторая буква. Ковер. Это... Малайзия. Мальта. Что это за слово? Я все не относящееся к Мексике перечислил сейчас. Матч ТВ. Ты же футбол любишь. Мачта. Мачу. Мачу Пикчу. Да, наконец-то. А, Мачу Пикчу. Расхреначу. Мачу Пикчу. Да. Господи, боже мой, Вась-Вась. Это любимое выражение нашего юрца. Да, это жесть. Ты уже тупо пошла там по буквам. Ты понял, что я хотела вот этим? Нет, это я не понял. Это аборигены? Это мультик такой был про покемонов. И там Пикачу? Был известный Пикачу. Ага. Я очень надеялась. Только надеял. Показывай покемону, что он током бьет. Пика! Пика! Ладно, нет, загадай мне слово. Ты знаешь, что он желтый и Пикачу. Как нам понять, что это Пикачу? Я не знаю. Мы тупые, ну ладно. Ну видишь, Марк, покажи мать, говори Пикачу. Слово. Не слушайте нас. Нет, мы будем вас слушать специально. Нет, пожалуйста. Нет, мы хотим это делать. Мы в демократической стране, поэтому, пожалуйста, не надо нам говорить, что нам делать. Да, это понятно? Я не знаю, что мы отстаиваем, но мне нравится посыл. Вот, поняли? Все, Вася Васильевич, договорились. Спасибо большое. Только, пожалуйста, давайте что? Впредь без вот подслушивания. Хорошо. Хорошо, но мы имеем право говорить и слушать. Мне кажется, и слышать. Иметь мнение пальца. На свою правду, да? Милан придумал слово, пожалуйста, зовите. А он хороший юрист, смотри-ка. Что говоришь, Максим? Не, я говорю слово, сейчас надо разгадать. Макс, говори. Так, что у нас? Слово что у нас происходит? Вась, отойдите, пожалуйста, вы должны находиться от Милана на расстоянии 5 метров, чтобы не услышать так слово. Вот. А Лия, можно все, что угодно. Лия, да, подойди поближе, да. Макс. Я слушаю ее мысли, подождите. Да я ходил там, прокачивал. Я просто ноутбук там. На это, на вот, видите, я все услышала. Тебя опять ребутили? Юра, я придумала. Да. Я подслушала ее как? Мысли. Блин, забыла. Да бывает что. Ёшкин.
Я знаю, что... Да. С удовольствием попробую отгадать это слово. А вон стулик. А чем этот... Максим, тогда ты присаживайся на стул. Нет, я постою. Я уже... Слушайте, я не знал, что крокодил такая веселая игра. Короче. Ребят, давайте все похлопаем, потому что это было очень круто, очень весело. Спасибо большое. Огромное спасибо, друзья. Я радостно для вас выступать. Так, так, одно слово, да? Нет, два слова. Подожди, шутейка номер два. Но это сейчас Вася делал, повторил то, что... Ну, Васич. Да, два слова, я понял. Я молчу. Еще бы. У зеркала проверяет зубы. Не, не у зеркала. Ты тупой. Зубная нить. Что он делает? Зубная паста. Он чистит зубы. Чистить зубы. Стоматология. Чистить зубы. Я чищу зубы. Щербинка. Я чищу зубы. Цинга. Продолжаю, Вась. Вот, я почистил зубы, и я смотрю, красивый или нет. Белый или? Налет, зубной налет. Да. Я тут почти угадала, а тут цинга, кирга, кирак, зубной налет, угадала. Да ё-моё, я думаю, ну, она точно сейчас с этой цингой куда-нибудь уйдет вообще в дебри, там, знаешь, жести. Зубной налет. Так, а теперь ты, Лея. Иди сюда. А давай какую-нибудь еще игру веселую поиграем? Да, давайте в какую? Сейчас еще, давай, Лея, сделаем и подумаем. У нас есть твистер. Точно, давайте, я тоже придумал, да? Ты не хочешь? Нет. Не хочется играть в эту игру. Почему? Скрабу. Вся я помножу. Нет, не ладно, нет. Я не хочу играть в твистер. Ты можешь быть ведущим. Там ведущий есть. Который крутит часик. А он не должен там через каждого вот так вот там... Приветываться. Ну, я не знаю, Ксю так говорила, что есть ведущий, который крутит. Вот я буду ведущим, который крутит часики. Тогда не вопрос. А почему ты не хочешь? Давай поподробнее, хочешь об этом как бы раскрыть тему, да, ты хочешь? Почему я не хочу играть в твистер? Ты готов к диалогу, поэтому да. Что они делают? Как девушка, согласен. Согласен. Два слова ей. Ну так. А, просто не хочу и все. Я думаю, надо закрыть эту тему и больше к ней. Я вам расскажу, почему я смеялась. Да, хорошо. Так, сейчас она посмеется. В общем, смотрите. Два слова. Семечки кушает, смотрит в глаза. Артист. Телевизор смотрит. Телевизор. Телевидение. Коробка. Компьютер. Монитор. Сериал. Театр. Кино. Сериал. Два слова. Угу. Мотивчик нельзя, да, напеть? Вообще говорить нельзя. Угу. И такое тоже нельзя было говорить. Так. 80%. А я? Вася задумался, почему нельзя было говорить. Так, что? Так, ты идешь. Ты в сериале идешь. Ты герой сериала. Вас два героя. Полицейский с Рублевки? Это Шерлока Холмса, наверное. А, нет. Этот, как его? Элементарно.
Это русский сериал? Нет, два слова. Это американский сериал. Абсолютно верно. Это зарубежный сериал. Ребят, мы ездили в «Крокодил» играем, она должна показывать. А что она делает? Нельзя спрашивать ее. Надо только угадывать, что она показывает. Тихо, тихо. Продолжай. Герой с героем в сериале говорит. Очень тихо. Один человек, а второй не человек, что ли? Они разговаривают, ведут диалог. Они разговаривают. Я? Не говорит. Глухонема. Ты не говоришь. Один говорит, а второй нет. Нет, оба говорят. Оба говорят. Оба говорят, просто один... Второй не хочет слушать первого. Второе. Первый не хочет слушать второго. Что это, пожалуйста, Скредни. Скажи, Елена. Секреты. Секрет тропиканки. Как ты к этому пришел? Был такой сериал. Секрет? Ну, не секрет. Секретный сверток. Секретная бумага. Совершенно секретно. Секретные материалы. Да, аллилуйя. Я должен был это сделать кино. Иди туда теперь. Давай еще, Васик, давай. А вот теперь я рассказываю, почему я так ржала. Потому что он говорит, как ты сказал... он говорит, расскажи, покажи этот сериал «Тайные материалы». Я говорю, сериал назывался «Секретные материалы». И он мне снова тянется в ухо сказать, да, секретные. Это смешно. А зачем ты это сделал? Потому что он не подумал. Скажи. Он подумал, что я догадалась, но не догадалась. Дальше играем. Загадай слово. А зачем? А давайте другую игру поиграем. Давайте. Какую мы будем играть игру? Блин, необычно. Давайте. Твистер? Но не для твистера. Блин, ну давайте, ну пожалуйста. Твистер? Реально? Да. А почему? А что, давайте? Я буду ведущим, я не хочу стать ведущим. Милан ни разу не играл в твистер. Пусть девчонки ложатся, а мы можем комментировать. Смотрите. Я думаю... Главное, смотрите, давайте, Макс, пойдем играть в твистер. Я не люблю твистер. Я тоже не хочу. Да очень клево будет. Надо логически. Да вы че, как эти? Про логику сейчас. Он говорит, надо логически. Так что знаешь. Логику развиваем. Давайте поиграем в твистер. Я за. Но не тоже мы будем играть. Максим, ты будешь с нами? Да, конечно, нет. Будет. Как я лучше в этот скрабус пойду. Дело не времени твистера. Это как твоя мысль так быстро возникла? Прямо твистер резко. Да? Я предложила Василию. Василий начал сопротивляться. Я не хочу просто играть на это же очевидно. Хорошо. Можно вот в эту поиграть. Мы не будем играть в твистер. Давайте посмотрим. Вот в эту давайте, это смешная игра. А что это за игра? Свинтус. Свинтус? Нам что-то другое бы поиграть. Более амплитудная, так сказать. Знаешь, динамичная. Например, одна игра, я знаю, связанная с Максом. Макс, смотри. Так. У Макса есть загадка. У Макса есть... Не, можно скрабус поиграть. 2500 евро. Там, так. Так. Макс выходит из дома. Так. Направляется куда-то. И чё? Я? Да. Мы можем хоровод поводить. Нет. Не хочет. Василь, давай репчину. Это твои игры реальности зачитаем в костюме Деда Мороза. Покажем девчонкам, как это будет. Мы репетировали. А ты в костюме Снегурочки? Сейчас и попробуем. Мы это и есть репетиция. Ну давай, не вопрос. Давай? Давай попробуем. Мы будем каждую комнату украшивать чем-то. Давайте комнатку делать. Как? Давайте. Как? У тебя создать атмосферу, там такую тару разложить, если мы найдем тару, где-то свечки. Где? Ну, не знаю, но это комнате? Не суть. Надо, чтобы все хотели это сделать, и тогда мы сделаем.
А что мы делаем? Сделать Миланкину комнату тоже, типа, мальчишескую. Типа, у тебя есть комната, хотя фиг знает до сих пор, где ты вообще тусуешься, но тем не менее. И можно внизу сделать тут все. Тут внизу просто будет в целом такая как бы праздничная атмосфера. Mm-hmm. А там, да, сделать хотя бы две... Да. Просто я вот думаю, если мы одну делаем под то, чтобы какие-то, например, ритуалы делать, ну, если кто-то захочет, а вторую, что там можно делать? Серьезно? А давайте мы где ее он? Там сделаем, как студию звукозаписи. Ну, как-то так. Это будет здорово, но потом даже можно оставить. Ну, слушай, если мы там в течение вечера соберем даже трек музыкальный, потом выпустим его, будет круто. Ну, просто это же так прям, ну, вот обстановку сделают, все такое, как будто вот там. Ну, да. При помощи этих можно. Которые вы выкинули, да? Которые? От яиц. Яйца штуки нет, вот они. Нужны их больше. А вон еще есть. Из чего? Вот из этих штук. Милан, что мы сделаем из этих штук? На стены. Для звукоизоляции. Из... Только нужно как-то микрофон придумать. Думаешь, студию надо? Ну, я просто как вариант думаю, что можно было бы. Если не студия, космос. Для космоса тоже много. Что там, где увидел что-то? Надо сделать один ватман большой, чтобы все пришедшие сюда нарисовали что-нибудь от себя на нем. На большом кусочке ватмана. Пусть он будет. Зачем там... костюм Деда Мороза? Ребята, а простите. Я хочу, чтобы вы поиграли в твистер. Че? На чем костюм Деда Мороза? Василий, Юрий, да. Вы простите, но это не я. Хочу твистер. Надо правда твистер не поменять. Я. Ой. Но я хотела поиграть в твистер. Я сегодня так задолбался ходить, что вот твистер мне сейчас вообще как-то нет. Юрий, ну мы же выиграли. Не лег. А ну я буду играть же сейчас. Тут Милана просто твистер. Я сейчас надел костюм. Ты что там такое-то? Я понял, что я абсолютно не хочу находиться в костюме Деда Мороза, а очень сильно хочу поиграть в твистер. Вот. И поэтому, ребят, мне кажется, аккуратней с костюмом. Ой, Васич, сорян. Раскладывайте пока твистер. Да, сейчас зарубим. Максим, пожалуйста, не надо. Все, друг за другом. Разложите, пожалуйста, твистер. Али же Черныша выпустила. Да, конечно. Вот он ее слушает все время. Где? Черныша. Твистер, выпустила. Твистер. Вот он ее и слушается. Не, а если ты предложишь что-нибудь прям суперинтересное? Суперинтересное, к примеру. Попробуй черничного вдруг. Что может быть суперинтересного? Слетать на Burning Man. Ну, это вообще-то, мне кажется, очень даже интересно. Burning Man. Сейчас мы как зарубимся в твистер. Кстати говоря, представляете, как круто было, как если бы на Burning Man попали. Твистерок. Твистер, мистер. Вась Васич! Твистерок. Что? 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 Че? Я не понимаю, что ты говоришь, Лея. Вытащи изо рта чупа-чупс и нормально общайся. Чего она несет? Ничего не понимаю. Лея, чтобы в скрабл поиграл. Что? Да, я бы в скрабл поиграл. Ой, мне что, такое? Запретили говорить, что ли? Я понять не могу. Что происходит? А ты что, просто так не понимаешь? Мы уже так давно живем. У нас уже связь должна быть налажена. Ага. Скажите, пожалуйста, языком. Я не понимаю. Я тебе говорю, будет скользко, да? Хорошо, вот, носи не можешь. Можешь зеленый. Ты что несешь?
то, что ты несешь, пытаюсь подстроиться в твою игру. Мальчики, ну мы готовы. Давайте. Бим-бим-бим-бим-бим. А кто знает правила игры? Я буду ведущей. Играйте. В смысле, встаете. Подожди, в смысле, ты же хотел играть. Ведущий буду я. Я уже говорил. Василий играет. Я уже говорил, что ведущий нет. Нет, нет, нет. Ты хотела играть твистер? Нет. Все. Нет, это будет честно. Я сказал, что я... Ты больше всех говорила, давай рубиться. Ну, я хотела быть ведущей. Ну, нет, Лия. Ну, блин, я хотела быть ведущей. Я буду ведущей. Сказать, ему сейчас мы должны играть в твистер. Нет, я хотела быть ведущей. Давайте. Ну, мы сыграем. А, Миланочка, что надо делать? Крути. Ой, сними кроссовки. Кручу. Нужно выбрать, кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый. Я буду четвертая. Ну, так нельзя делать, понимаешь? Есть семья сейчас. Я первая, хорошо. Я буду четвертая. Кто второй? Кручу. Давайте. Ты вторая, я третья. Я четвертая. Давай, Макс, второй. Ты второй, ты третий, да. Ты четвертый. Крути, что показывает, куда мне что нужно поставить? Сейчас тебе скажу. Left hand на зеленую. Левую руку на зеленую. Левую руку. Так. Дальше? Дальше. Теперь Максим. Right hand на зеленую. Ой, подожди, на желтую вру, на желтую. А что ты варежку? А я, чтобы тепло было. Третий. Тоже на желтую туда же, right hand. Это кто? Это кто это третий? Ты. Итак, ребятушки, у нас начинается все хорошо. Поехали, что у нас будет дальше? Left hand на желтую. То есть левая рука на желтую. Так... левая рука на красную. Удачненько, да? А как ты пошла? Я не понимаю. Тебе сейчас левую надо отсюда руку тянуть туда, красную. Ну, в смысле, у меня же все остальное не на кружочках. Я не знаю. Как играть твистер, Ли? Ты говорил, давай. Ну, надо, когда у тебя уже ноги и руки зафиксированы, тогда ты можешь это. А если у меня ничего не прикреплено, я могу обходить. Ну да. А как мне бесконечно переходить к цветам? Нет, пока у меня не встанут. Когда у меня будут ножки, например, здесь, и вот эти вот ручки здесь, и мне нужно будет переставить, тогда я только это смогу одевать. Я не понял, ну крути дальше, я не понял. Left foot. Foot это что? Нога. Нога, да. Левая нога на синюю. Макс? У меня? Да. Левая нога на синюю, братан. Так, Макс. Коленом встать. Так? Он не может встать. Не могу я встать, левую ногу. Это правая, вот так. Серьезно? А разве колено? Нет, левая нога, как бы. Ступня. Давай. Кроссовок. Что дальше? Ну хорошо. Right hand, значит, правая рука на желтую. Это кто? Это ты. У меня также она стоит. Да. Переставлять. Прекрасно. На другой просто кружочек желтенький. Вот сюда поставлю. Левая нога на желтый. Это Лия. Блин. Как-то неудобно. Вот сюда ставь, Лия, вот сюда. Ой-ой-ой, вот это жесть. Левая нога на синий. Это я. Так, на синий. Оп. Так, поехали дальше. Левая нога на синюю. Это кто? Это Максим. Не, так оно уже на синюю. Надо на другой кружочек. У тебя правая была, сейчас левая. Значит, вот так. У тебя две ноги сейчас. Так. На синюю поставь. Поставил. Значит, поставил. Правая нога на синюю. Вот поставил. Все следующее. Да. Правая нога на синюю. Так, поехали. Что с нами не так с Максом? Я не знаю. Левая нога на красную. Это у тебя. А в твистер можно? Это я, да? Да, это ты. Не знаю. Мне кажется, только вдвоем, ребят. Мне кажется, тоже. Максим решил. Значит, левая рука на зеленую, ребят. Ох. Ну тогда держитесь. Правая рука на зеленую. Это правая рука на зеленую, да? Да, это его правая. Все, прекрасно. А вот левая нога на зеленую у следующего.
Правая рука на красную. Кого? Лия. Левая рука на желтую. Левая рука на красную. Это кто? Это Максим. Это я. Левая рука на красную. Правая, нет, левая нога на красную. Левая нога на красную. Моя? Да. Моя. Так, куда собрался? Правая нога на зеленую. Это у Ли. Уф. А как играть нам? Правая нога на желтую. Вот это очень будет... Ты всегда можешь встать, смотри, Милан. Ну нет. Смотри. Жесть, вот это да. Так, я продолжаю. Так. Левая рука на зеленую. Это у меня? Максим. А, Макса. Левая рука на зеленую. Вот сюда ставь теперь. Да. Или куда хочешь, может сюда. Смотрите, как ровно. Тогда это получается что? Ну, еще раз крутани. Да, еще раз. Согласен. Правая нога на зеленую. Тут ты? Да. Уф-уф-уф. И что у нас дальше? Правая рука на зеленую. Это у тебя, Ли. А, правая. Что у меня? Я не хочу. Какая игра, блин. Правая нога на красную. Каждый четвером не... Фигня какая-то. Давай, так что мы делаем? Давайте закончим. Нет, спасибо, я не хочу. Эй, ну что? Давайте мы закончим. Понятно. Да? Ну да. Я выиграла! Ты молодец! Давайте все поздравим Милану. Уважаемые смотрители, уважаемые смотрители, как мы выполнили это задание. Милана победила. Давайте ей похлопаешь, пожалуйста, человеку. Да, Милан. Разовела. Ну, вот так вот. Так мы поиграли в твистер. Слушай, ты уверен в правилах вообще? Я не знаю правила, я не играл никогда. Кто-нибудь знает правила? Может, вдвоем надо играть? Как так? Ну, а что постоянно делать? Не вдвоем. Давай с Крабус поиграем. Не вдвоем? Может, там правила написаны где-нибудь, нет? Может быть, я не знаю. А может быть, Изольда, может, Макс, чуть-чуть это, пожалуйста. А может быть, Изольда может найти нам правила для игры в твистер, и тогда мы поиграли бы в твистер правильно? Я не хочу. Да мы правильно играли. Мне тоже кажется, что-то было не так. Да, мне кажется... Настроения просто не было, вот что было. Почему? Не так. Ну, это, наверное, из-за меня. Я не хотел играть в твистер. Да вы втроем не хотели, что вы? Что бы ты сейчас поделал? Я уже не знаю. Я бы сейчас пошел переоделся. Снял бы вещи уже обычно. А потом бы мы что делали? А потом я пойду дописывать, что-то говорить. Мы расскажем. Что-то говорить. Мы расскажем вам, что сегодня было. Кстати, было интересно достаточно. Кстати говоря, сегодня был обзор фильмов? Да. Да, мы делали обзор фильмов по дороге маршрутку. Васич, держишь? Давай. Что, смотрели? А завтра какой фильм будем обозревать? А завтра, если придет задание посмотреть какой-то фильм, ну, который... Это будет круто, на самом деле. Да. Я бы пересмотрел «Последнюю любовь на земле», «Последнюю любовь на земле», или «200-летнего человека». Давайте, может, в «Активити», может, нет? Есть желание? Давайте. Да, в «Активити»? Да. Мы как раз игры пришли. Будем в «Активити»? Да, конечно, это отличная идея, на самом деле. Ой, давайте, я буду ведущей. Смотрел из вас? Я буду смотреть за временем. Максимальный удар. Милана, пойдем играть. Максимальный удар. Милана, давай играть вообще. Милана, пойдем играть. Про что? Подожди, стоп. Расскажи, пожалуйста, про фильм «Максимальный удар». Что это за фильм? Ой, там снимается... Милан. Дэнни Трехо там снимается. Знаешь, такого актера. Ну. Потом снимается... Эрик Робертс снимается там. Знаешь, Эрик Робертс? Он снимается... Марта К... Ну ладно, ты его не знаешь. Потом снимается этот... Байлин. Байлин. Так, а Люка Бессона снималась. Ты что, он скрабу принес? Так, я возьму... Я хотел скрабу поиграть. А, крутая девка. Что, Байлин? Смотрите, я буду управлять... Расскажи про игру.
Там еще знаешь, что снимают? Прекрасная игра. Activity, в которую мы сейчас поиграем. Итак, у нас будут две команды. Милана и Макс, и Вась-Васич с Юртом. Так, Милана и Макс. Я ваша прекрасная ведущая. Ваша команда. Лия. Итак. Все хотят играть. Максим, ты будешь играть? Я не умею, конечно. Сейчас научим. Смотри, к примеру, Максим. Тебе надо объяснить Милане что-нибудь, какое-нибудь слово из этой карточки. К примеру, кощунство. Давайте все слова объяснять. Кощунство. Или можно выбирать что-нибудь. Мидия. Давайте по одному слову с каждой карточки. Как в прошлый раз играли с Катериной? А мы вот эти штуки учитываем, что о ней можно рассказывать, можно показывать, нет, рисовать. Нет, мы без этого учетом, только потому что слово. Я не понимаю, что вот это значит. Что это? Это звуки. А, звуки. Музыку наиграть, да, например? Ну, звуками как-то показывать. Хорошо бы получилось сериалы. Там-там-там-там-там-там, да? Давай, рассказывай. Так, ну что, давайте, поехали, садитесь, раз, ребята. Раз, два, три, четыре, пять. Ты будешь вести? Да, я веду игру, чтобы во времени... Давай ты будешь тогда карты выдавать и часы, да? Хорошо. Чтобы мы сами... Вася, будешь? Сейчас, секунду, здесь их не надо. Надо, ребята, их вот когда вы собираете, надо обязательно собирать, ну, мешочек скрабу с поля. Обратно? Потому что, да, он может сломаться. Давай быстрее, Вася. Да давай я сам. Ну все, ты просто, мы тебя ждем, бро. Сейчас, секунду. Итак, нам предстоит сложная битва. Команда... С кем хочешь быть, Милана? Ты же сказала, с Максимом. Максим. Чё? Ты будешь со мной? Не подведи. Ну, давай. Я после... Как будет называться ваша команда? Макс, ты заколебал. Макс, честное Макс слово. Милена. Макс Миллениум. Макс Миллениум. Нормально. Макс Миллениум. Вы вдвоем, да? Да. Тогда Вась-Вась. Куда вы хотите, да, садиться? Я не знаю. Пойдем. Садитесь тогда туда. Иду. Я сейчас еще стул принесу. И мы с Васьем тогда падаем. Куда, Вась? Да куда угодно. Да? Итак, дамы и господа. Сейчас, сейчас у нас будет рубилово века. Макс, сюда. Мы будем рубиться. Иди сюда. Активите. Я с ней буду, да? Да-да-да-да. Вообще, на самом деле, я предлагаю, чтобы было все честно, будем тянуть жребий на команду. Да? Да! Ты согласен? Я согласен. Будем тянуть жребий. А я даже потеряла из виду. Итак, чтобы все знали. Оп, поймала. Браво. Это браво. Все честно. Что это? Мы будем тянуть жребий. Это не надо, да? Мы определим, кто будет в чьей команде. Это прекрасно. Это Васич, я с тобой буду. Прекрасно. Я уже тут. Лия предлагает тянуть жребий. Мне просто интересно, как получится. Как-то не заладилось у нас с играми-то. Итак, у нас будет команда сердечек. И у нас будет команда крестиков. Плюсиков. Ребят, вы готовы? Так, ты уже приготовила все? Да, я приготовила жребий. Ну а вы, уважаемые смотрители, вы можете голосовать за каждого из нас в быстрое голосование, как мы выполняем задания. Мы всегда с вами, потому что вы на той стороне, а мы здесь абсолютно все ваши. Вот, поэтому голосуйте, обязательно покупайте билет к нам на новогодний корпоратив сюда, ну как на новогоднюю вечеринку. Да, но в Activity мы не будем играть. Итак, нет, будет весело, реально будет весело, поэтому всем благ, всего хорошего, любви. Все было честно, Милана. Тяни. А мы продолжим играть в Activity. Итак, дамы и господа, мы сейчас будем рубиться. Это раскрыть надо? Да. А теперь смотрим, что в чьей